Ну вот, уважаемые зрители, произошла у нас с Дмитрием Леонидовичем поклевка. Долгожданная. В руках, да, долгожданная. У меня Black Hole Rubicon 5.25, катушка RCR, тонкий шнур. Произошла поклевка тайменя. Таймень очень хорошо сопротивляется, но спиннинг хорошо его как бы держит. Но таймень не маленький. Ну, я имею в виду такой, не 5, не 6 килограмм. Да, он обматывает, там корчит. О! Вообще! Леонидович, видел? Я видел. Там корч, надо тормозить. Ну, шнур мне сильно не позволяет это сделать. Наверное, надо будет сниматься с якоря и догонять его. Я еще пока не отыгрываю ни одного метра шнура. Я его просто не могу подтянуть. Всем доброго времени суток, банда. Ну и продолжаем нашу разборку данной катушечки. Еще раз напоминаю, это Stella 13 года SV5000PG. И мы добрались уже до ее, грубо говоря, уже корпуса. Вот, мы рассмотрели там ручку, кноп, шпулю, механизм ротора, ротор, ролик лесоукладывателя. И что у нас в ближайшее время предстоит сделать, это снять сейчас стопор обратного хода, грубо говоря. Называют его все по-разному, все перечислять не буду. Он же стопор обратного хода, это он же муфтабона, он же там рольниковый подшипник. Ну, короче, там вся, короче, вся фигня полифония, уважаемые зрители. Вот, и что мы видим? Видим вот такой вот алюминиевый корпус. Видим примерный такой фигурный пыльник, традиционный для Шимана. Видим, выточена вот такая вот, грубо говоря, проставка, да, если можно ее так выразить. Она специально создана для того, чтобы заполнить вот это вот пустующее место таким образом, чтобы было адаптировано шейкой ротора, да, и тем самым закрыть попадание агрессивной среды. Вот. Ну, давайте смотреть более подобно. Если эту адаптационную втулочку снять, выглядит она вот таким образом. Она же как раз закрывает вход, и в то же время она у нас производит интеграцию шейкой ротора. А так как я вам показывал, что еще на шейке ротора у нас еще есть вот такое вот колечко, да, соответственно, ставится уплотнительное. То есть, если смодулировать эту ситуацию, то оно у нас попадает вот сюда, именно как раз внутрь, да. И в данном узле опять предотвращает попадание агрессивной среды вот через эти вот пустоты вторичной шестерни главной пары. Вот как-то это примерно я смог огласить таким образом. Может быть, не очень хорошо, но имеет место быть. Вот. Теперь что нам нужно, это снять ее защитный кожух. Это не корпус, это именно защитный кожух. Я откручиваю пока рукой. Здесь специальный ключ вот с такими вот местами под него. Ну, в принципе, все неплохо происходит от руки. В первую очередь, при откручивании что бросается в глаза? Это опять уплотнительное кольцо. Это как раз именно, уважаемые зрители, говорит о том, что катушка у нас SV-серии Salt Water. И в данной катушке принято большое внимание и меры для попадания агрессивной среды в ее узлы. Вот. Внутренняя резьба. Здесь наружная резьба. Пыльник.
Традиционно основа пыльника металлическая и такая второпластовая прокладочка. Вот. Внутри мы видим, уважаемые зрители, знакомый нам стопор обратного хода, который у нас традиционно применялся на катушках топ-сегмента, именно на стеллах. Ну, такой же стопор обратного хода у нас в стелле 10-го года и не только. Вот. Флажка переключения мы уже, отключение стопора обратного хода здесь не видим. Ну, сейчас его снимем, и давайте, если уж вам так интересно, я думаю, будет обязательно интересно посмотреть именно сравнение со стеллой, допустим, ну, там, 9500 или 4000 такого, то есть, идентичен он или нет. Аккуратно вынимаем, видим такую вот планку, которая у нас удерживает коренной подшипник вторичной шестерни. Вот весь стопор обратного хода. Если аккуратно открутить, я могу себе позволить это. Выглядит вот так. Вот я держу аккуратно, чтобы ничего тут не разобралось у меня в руках. Сейчас я, кстати, достану новый от стеллы 10-го года, и мы сейчас все это посмотрим. Что-то, уважаемые зрители, рылся в своем бардаке, хотел найти 4000, но нашел вот стеллы 01 2500S, ну, скажем так, от размера 2500. Вот. Вот. Вот и мы видим, имеет место быть. Я думаю, комментировать много здесь, уважаемые зрители, не надо. Так, дальше мы увидим традиционный трамплин для катушек семейства Шимано, для толкателя самосброса и кольцо подтормаживателя ротора. Вот, и давайте его аккуратненько будем снимать, вынимать легким движением руки. Все, кольцо снято. Доступ к саморезу задней декоративной крышки. Ну и думаю, в принципе, здесь, так как у нас нету флажка переключения стопора обратного хода, то здесь у нас нет такой каверзной пружины с толкателем, да, как бы, которая при вскрытии этого фланца вылетает. Вот. Ну, вот, это как раз вот мы видим, смазка контактировала с агрессивной морской средой. Видим вот такие вот виды. Резьбовой фиксатор. Тоже резьбовой фиксатор. Тоже резьбовой фиксатор. Так, ну, видим, все 4 винта одинакового типа размера, с одинаковой резьбой, с одинаковым шлицом. И теперь у нас нужно вскрыть крышку корпуса. Ну вот, уважаемые зрители, все мы аккуратненько сняли. Видим здесь вот такой вот интересный уже интегрированный к водонепроницаемости корпус. Видим, есть такая ступенька. Скажем так, это просто барьер. Вот. Традиционные регулировочные шайбы. Вот они набранные. Подшипник у нас в посадочном месте зафиксирован тремя вот такими вот
винтами, да, чтобы он там в корпусе не люфтил, не шатался, да, в посадочном месте, да. Вот он, трамплин. Видим, вот такую вот главную пару, я ее называю еще так, морская. Вот, такого термина как бы нету, да, но я так просто для себя называю эти пары морскими, потому что от простых катушек они отличаются. Вот. Так, что хотелось бы сразу же ответить, почему я сразу же начал рассказывать про ступеньку на корпус. Имеется вот такая вот резиновая прокладочка по всему периметру корпуса. В данный момент она уже старенькая и стопудово будет чуть-чуть не соответствовать своему размеру, да, как бы выпирать. Все это знают, что происходит со старыми прокладками. Но, в принципе, не в этом суть. Вот. Вынимаем саму пару и ничего здесь такого мы особенного не видим. Видим, грубо говоря, традиционную схему для катушек Shimano. Вот. Видим вот такую вот, как я называю, морскую пару. Одета она вот на такую свинцовую, как бы сказать, станину, да, шести винтами прикручена. Вот. Выглядит вот так, достаточно большой, мощный, хороший зуб. Так, что нам теперь требуется? Требуется нам теперь снять вторичную шестерню. Вот такие вот винтики из нержавеечки. И вынимаем вторичную шестерню. Вот. В хвостовике видим такую вот пластмассовую шайбу. Вот она. И видим вот такой вот, не сказал, что прям таких больших размеров, коренной подшипник вторичной шестерни. Шестерня у нас обладает таким определенным оттенком цвета. Подозреваю, что и по весу, подозреваю, что это не латунь, как на обычных катушках, уважаемые зрители. Скорее всего, это бронза. Возможно, бериллиевая. Или что-то с этим легированием. Здесь у нас подшипнику абсолютно никаких претензий. Ну и в целом выглядит главная пара вот так. Многие, думаю, бы задали бы вопрос, как, допустим, выглядит главная пара от катушек предыдущих. Ну, например, там от 4000 PG 8 года легендарной Стеллы СВ-шной, да. Ну, давайте сейчас ее достану новую. И мы это все сравним. Я думаю, будет очень интересно. Ну вот, уважаемые зрители, достал я новую пару от Стеллы 8 года СВ 4000 PG. Выглядит она вот таким вот образом. Вот такое вот ведущее колесо, первичная шестерня и вторичная шестерня сделана из стали. Ну, чтобы быть более точными, давайте сейчас мы это все проверим. Сейчас мы все сравним, уважаемые зрители. Восемь девяносто четыре, шесть семьдесят девять. Ну, видим, на 2 грамма с копейками от 13-й Стеллы пара потяжелее.
Хотя, в принципе, размерами, если так взять, они практически, ну, одинаковые. Именно виток самих зубцов, да, здесь чуть-чуть подлинней, шестерня чуть-чуть подлинней. Ну, я думаю, все-таки удильный вес связан именно с материалом, из которого он сделан. Ну, давайте взвешаем привычные шестерни. 16,96. 20. То есть видим, что и на 13 стеле, и ведущая шестерня тоже потяжелее. Ну и нужно понимать, что здесь как бы мы имеем 5000 размер, а там 4000 размер. Хотя, тут знаете, как сказать, всегда традиционно вот этот 4000 размер, да, на СВ сериях твинов и стелла, они пары были одинаковые, да, то есть понимаете, о чем я, да, по размерам. А тут мы видим, что у 13 стеллы, как бы, грубо говоря, чуть-чуть все потяжелее. Если даже сравнить ведущие шестерни, они с виду кажутся одинаковые, да, такой же зуб, все дела, но если их взять, посмотреть в профиль, то по толщине можно понять, да, что у 13 стеллы пара как бы сама вот так вот потолще, да, в целом она здесь я как бы побольше, подлиннее, да, и сама потолще в целом такая, ну и помассивнее весит, да. То есть видим, что в 13 серии, да, как бы вам правильно сказать, видим, что в 13 году, да, в 13 серии морских стел фирма Shimano шла еще на улучшение и надежность своего бренда и качества, да. От этого я всегда людям и говорю, что катушки 13 года — это последние, на мой взгляд, катушки, где фирма Shimano еще пыталась что-то делать надежно, лучше. И после 13 года все пошло уже на спад. А на самом деле для простых катушек, ну это уже морская серия, да, мы сейчас имеем в виду про морскую серию. А если взять уже обычную серию, да, что там уже после 11-го биомастера, после 11-го года уже все пошло уже на спад, да, там уже на простых катушках, уже после 11-го года Shimano начала уже снижать свою надежность. Ну, то есть к тому все идет в мире к одноразовым вещам, да. То есть ни для кого, уважаемые, не секрет, что в нашем мире мы стремимся с космической скоростью, как бы летим на Марс, прям торопимся туда, все к одноразовым вещам, да. Но самое, что интересно, все эти ребята, которые стремятся к одноразовому, они просто не понимают, что у людей каждый год там или каждый там какой-то пробег, как вот на машинах, 150 там километров двигателю и все. И люди не успевают, ну как бы, покупать. У людей, скажем так, просто нет денег за такое короткое время покупать новые вещи, катушки, машины, мониторы, компьютеры, ноутбуки. И я думаю, что смартфоны нас вгонят уже в какой-то период в те как бы рамки, когда наше население планеты Земля, да, то есть мы, простые люди, провалимся и не сможем покупать себе вот эти вот вещи так быстро, как их будут снижать на них качество и их ресурс. И мне вот очень интересно посмотреть, как производители всего мира, будут ли они отыгрывать откат, да, то есть, как бы сказать, к прошлому, к надежности, либо будут продолжать, не знаю, как нести убытки там или еще что-то. То есть, ну вот вообще интересно бы на это все бы посмотреть. Вот, и соответственно могу сказать, что пара у 13 стелы однозначно понадежнее. Но наш народ почему-то любит гоняться за стелами 8 года, платят за них космические деньги, хотя по паре я могу сказать, что стелла 13 года, у нее пара однозначно помощней. Ну что, банда, продолжаем наше движение.
Ну, особо тут комментировать нечего. С данной стороны мы тут видим тоже все подзакисло от агрессивной среды. Видим вот такую вот прокладочку между тыльной крышкой. Так, снимем направляйки. Видим грязь, такую выработку на направляйках. Но они же направляйки, они же стабилизаторы. Можно это называть как угодно. Вот такой мощный, хороший шток. Ага. Вот традиционная болезнь. Маленько у нас всякая редко шатается. Ну, это мы сейчас все снимем. Посадим на первоментный резьбовой фиксатор. Видим вот такой вот упорчик в виде месяца. Ну, пошли регулировочные шайбы, но агрессивная среда. Но агрессивная среда, видим, и здесь я тоже прям со смазкой. Элементы ржавчины. Вот такая у нас система паразитных шестеренок. Вернее, шестерней привода бесконечного винта. Конструкция, как мы видим в сегодняшних катушках семейства Шимана, популярна. Тут тоже особо такого объяснять, я думаю, нечего. Добрались до самого бесконечного винта. Он еще в смазке, кстати. Смазка у нас традиционная здесь. Морская DG13. Либо ее аналог. Ну все, подшипник у нас тут, как я вам и показывал, агрессивная среда. Здесь он у нас приклиненный. Работает не лучшим образом. Ну и, в принципе, что осталось нам еще достать подшипник с хвостовика вторичной шестерни. Проверить его. В принципе, пойдет. И что можно наблюдать уже, что и второй у нас коренной подшипник ведущей шестерни, он у нас тоже в посадочном месте вот такими вот шляпками винтов прижат, чтобы он не шатался в посадочном месте. В принципе, это как бы все хорошо. Сейчас на сегодняшний день в современных катушках это у Шимана уже часто такая, как бы сказать, практикуется конструкция, если можно так назвать. Еще у нас тут один подшипник остался. Вот он. А тут он хорошо сохранился. К нему вопросов нет. Здесь у нас наблюдается вот такая вот комбинированная конструкция: втулка плюс подшипник. Сейчас мы, насколько видим, Шимана вообще уходит от подшипников в данном узле и начинает как бы
больше как бы стать делать акцент на переход верхней и мертвой точки шпули, то есть в крайних положениях бесконечного винта, чтобы не было никаких шумов. Вот. Ну что, уважаемые зрители, в принципе, все мы с данной катушечкой разобрали, примерно посмотрели, может быть, я на чем-то не заострил внимание, но я думаю, это уже не так важно, вы все равно в видео это видели. А кто досмотрел до конца, тому можно сказать вот такая вот бонусная история. Я вам уже примерно рассказывал, как, что и почему. Ну, решил еще раз напомнить. Когда у нас сам шток начинает, или каретка на нем начинает вот так вот ходить, то мы будем делать вот такие вот операции. Здесь в этом месте, или даже вы предварительно разобрали, он у вас не шатается, но сразу же я вам скажу, лучше здесь посадить на пермоментный безрезьбовой фиксатор. Что нужно первое для этих действий? Первое, это нужно очень четко подобрать инструмент, чтобы он прям очень четко сидел в этом шлице, да. Потому что если вы это будете срывать, а здесь всегда стоит на резьбовом фиксаторе, да, винт, и вы можете этот шлиц сорвать, испортить. От этого здесь нужен очень неплохо подобранный инструмент. Это первое, чтобы не было никаких срывов. Сразу же делаем такое небольшое усилие на мягком. За шток мы не держимся. Держимся за кареточку. И не спеша. Вот я вам про что и говорю. Даже вот он болтается, да, но вот резьбовой фиксатор не дает легко выкрутиться, да. То есть он прослаб, но не выкручивается. Даже вот он, смотрите, уже до какой степени открутился. Он идет туго. Ну вот сейчас уже пошел. Выняли, видим остатки фиксатора, разъединяем все, видим внутри вот это все остатки фиксатора. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно теперь все эти детали очистить для дальнейшего использования. Ну, небольшой совет, чем очищать данный резьбовой фиксатор у фирмы Shimano, что она использует? Обыкновенным спиртом. Вот такое самое распространенное и одно из дешевых на сегодняшний день средства. Спирта тут жалеть не надо. Все это смачивается вот так вот. Ну, видите, все, оно сразу же начинает. Быстренько откисать. Какое-то время мы видим, что все вот эти вот лохмотья, они сейчас быстро покинут резьбовое соединение. Так, банда, после хорошей качественной очистки резьбового соединения от старого резьбового фиксатора, что нам нужно? Нам нужен качественный резьбовой фиксатор. Вот у меня есть такой. Он у меня уже давно, уже почти закончился. Нужно его стрясти, потрясти. Это по инструкции так положено, там перемешать остаточки. Вот. И тут вот есть теперь небольшая хитрость, как его наносить. Нанести его прям на резьбу самого винта, это будет неправильно. Почему? Объясню. Когда мы будем его закручивать, этот винт, да, то этот весь резьбовой фиксатор будет выдавливаться, да, и попадать наружу. Но он будет не совсем, как бы сказать, наружу. Он, соответственно, у нас будет находиться между вот этим вот штоком, да, и самой каретки. Если здесь достаточно такой большие зазоры, да, то в принципе он может вообще не засохнуть, да, как бы сказать, просто там будет болтаться. Но если зазоры будут меньше, достаточно хорошо подогнаны, то он может там схватиться, да, и при каком-то следующем случае, допустим, когда нужно будет менять эту каретку, то у вас будут проблемы снять все это дело, да.
Ну и в любом случае, как бы, чистота – залог здоровья, да, то есть, ну, зачем лишнее все вот это вот бухать, шмухать, да, соответственно, и будет меньше проблем. То есть, вот по этим вот причинам тоже нужно наносить именно не на винт, а на саму, грубо говоря, резьбу внутри штока. Вот, что нам для этого потребуется? Потребуется чистая зубочистка, встряхнули резьбовой фиксатор. Наносим, тут надо немного совсем. Наносим вот такую вот капельку. На самом деле это я нанес даже много. Это я вам показываю. На самом деле это даже более чем за глаза. Ну что-то вовнутрь и по кругу. Видите, там полностью все витки. Они полностью, грубо говоря, абсолютно все заняты вот этим фиксатором. Если вы даже сейчас нанесли сюда вовнутрь лишка, да, ну, лишнего, то оно выдавится именно с другой стороны, так как винт будет сходить сверху. Теперь мы одеваем аккуратненько кареточку, да, и все это аккуратненько закручиваем. Сначала мы поджимаем легко до упора. Смотрим, как у нас тут все село-прысало. И таким же способом, как откручивали, затягиваем. Беремся за саму каретку. Сверху нажимаем. Вот и все. С таким достаточным усилием. Не нужно ничего здесь тянуть, рвать, чтобы этот шлиц там сорвался, да? Ну, а лишнее, оно все выделилось с другой стороны. Ну, как видим, что его здесь практически и нет. Видите, угадал. Опыт, как половое бессилие, приходит с годами. Так, ну что, все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.